приветствую. В трипе, как обычно, маленечко чумно выгляжу, да? Потому что заботит внутреннее, понимаешь? Ты там как профессор, как ученый, который ищет то, что вот долгожданное, вот, то есть открытие. И тут он бах такой, вылазит такой, опа, камера, все, ага, надо причесаться, надо там, не знаю, там, говорить начинать, а не только понимать. Поэтому цените, что имеете, друзья. А те, кто свой нос сюда сует, вас предупрежу, друзья, что отсутствует волшебная таблеточка, отсутствует кто-то, кто будет делать это за вас, и отсутствует кайф здесь какой-либо. Мухомор – это погруженное состояние. Вот сейчас, находясь в нем, я прохожу в пространство «я есть». То есть пространство останавливания внутреннего диалога. За счет этого я попадаю в свою сущность, в себя, в того, кто вот я вообще есть. А может быть и ты, и все мы вместе взяты. И только вот, представляешь, мы клеточки на одной руке, например. И каждая из этих клеточек такая, кто я, чувствует. Вот примерно то же самое вот происходит, между прочим, между нами. Только некоторые клеточки забыли, кто они, и вот так себя ведут, вызывающе. Ну, в общем, за реальностью, которая проявлена, есть вторая часть. Это квант. Квантовое зеркало. И с одной стороны находится реальность, а со второй стороны находится пространство вариантов. Об этом еще давно Зеланд сказал. И он давно сказал, что я без придумывания чего-либо нового. Говорит, об этом уже давно говорили все ученые, все Будды. То есть вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Ну, чем берите, пользуйтесь? То, что у вас по душе отзывается. То, что действительно ваше. Вот. И освобождайтесь от того, что запутались. Вот. И мухомор помогает освободиться, но он помогает это сделать с болью. Духовный рост идет с болью в плане того, что ну, больно эго, вот этому механизму записывания всего нового. Признавать, что, блин, это я не туда записал, мне сейчас надо повернуть в другую сторону, а это надо забыть. Это очень трудно. Поэтому мы сейчас все вот так вот как-то эк-пык-мык-эк крутим, мутим свою игру каждый. Вот, но все получится. Но самое потрясающее, что пространство вариантов, оно управляемое. То есть своим мыслительным процессом плюс чувствительным внутри. Мы из той стороны, из того, из той стороны кванта, достаем эту реальность. То есть это в этой реальности это получается как две пирамиды, такие закрученные, два тетрайдера проходят друг друга и такие фух, на местах соприкосновения они образуют код. Образуют код, то есть ну, ядра, атомы, появляется молекула, то есть переходит энергия в материю. Энергия, которая стоит бесшумно, она везде, она во всем, это большой, огромный вакуум, или как его назвать, тишина. Любовь такая стоит, и она вот, она тотально колоссальная. Она без единого подвижника. И здесь создался вот этот инструмент. Инструмент этот эгоизм. Вот. То есть, ну, мышление вот это вот, дай мое, хочу. Вот. И оно прекрасно. Оно прекрасно тем, что у него есть двигатель. Иначе как в этой любви, вот просто океан стоит, и он все любит. Никто ничто не делает. А чтобы что-то сделать, да, такое, надо, ну, энергию. И потом это полюбить. И пойми тоже еще такой момент, то, что сейчас из всего, что сделано, весь вот этот беспредел, это уже полюблено Богом. То есть это все дозволено, позволено, это все по правилам игры. То есть представляешь? То есть это все просто самоотождествление вот этого вот самого эго. То есть оно действительно такое может, то есть вот эти вот все ну, вещи самообмана и обмана других себе подобных. И это как бы, ну, так, сначала шокирует, а потом, важно увидев это, обрадоваться. И
и понять, то есть занять позицию Творца, занять позицию радости, чтобы самому перейти в радость. И когда мы сами переходим в радость, то наша сила прибавляется, и мы смотрим на это, что как он сделал, мы смотрим, что да это миленький наш ребеночек, просто ну там где-то обкакался и ручки заморал. То есть сейчас сходим помоем, и все будет нормально. То есть, как бы давай поправляйся, выздоравливай, то есть все будет отлично. Как бы, и с вот этим пониманием мы творим мир. А что будет дальше, ну, только Создателю известно. Только он решит. Потому что все-таки, когда все становится, да, ну, будет скучно. То есть всегда важно, чтобы была загадка. То есть так мир и устроен, что не только поворот, за поворотом что-то, да, это легко решить, но еще запутано. Запутано, выпрыгнуто, вот, размножено, там еще как-то, еще. То есть смотри, какие логарифмы там и прочие формулы. Так что ставь лайк. И гадай с удовольствием эту игру, играй в нее по правилам, чувствуй душу. Все, пока.